Всем привет, с вами Сноуденчик. Сегодня мы записываем обзор пока демо NFS Carbon. И сейчас мы затюнем этот Lancer Evolution. С моему спойлер подкрутим. Так, угу. Вот он, подкрутили спойлер. Спойлер. Спойлер, кстати, я видал и получше. Так. Угу. Вот, все вроде подкрутили. Так. Угу. Угу. Так, чё? Верс. Да. Это этот. Это пороги. Настрой. Так, чё у нас? Ага. Сейчас будем передний бампер настраиваем. Сейчас. Ага. Все настроил. Все. Чё, задний бампер. Ага. Капот. Капот не будем настраивать. Спойлер настроенный. Вот, труба, кстати. Сейчас я... Обратите вот на этот бак. Вот этот бак. С трубой там был сейчас. Вторая труба была. Вот, сейчас настроим всю тачку, короче, и будем... будем кататься, покатаемся сейчас. Так, что у нас? Что, нажимаем? Ой, я вышел случайно. Так, ну что, нажимаем этот Space. И видим ту же картину, что и в PS2 версии. Сейчас мы будем кататься на круги. Сейчас будет... тут даже больше будет этих врагов, чем в PS2 версии. Больше врагов будет. Так, настройки видим еще тут. Так, штурман. Так, вот Кензи тут. Так. Угу. Сейчас мы настроим. Так. Shift, левый shift. Ага, все нормально. Так, вот. Угу. Так, что у нас? Тут еще какой-то чувак из банды Кензи. Их тут что-то расфасовали, как, не знаю, это рандомно как-то расфасовали. Расфасовали как-то их рандомно, если что. Ну, это демка. Кстати, что там? Пуэр. Кстати, тут не дают этого назвать этого игрока. Ладно, в принципе, пофигу. Сейчас первый круг будет пройденный. Кстати, графика, конечно, тут крайне убогая. Она лучше выглядит на PS2 версии. А, кстати, вы знали, что PS2 версия относится к PS2 версии, а ПК версия относится к ПК версии. Так что знайте. Вот так вот, знайте. Ну вот, графика на минималках стоит. То что не хочу проблем с видео. Оно, кстати, ускоряется, как, кстати, почему-то, когда я ставлю графику на максимальную, на максималку, короче, демку ставлю, но что-то максималка видео в ускоренном режиме работает потом у меня после записи. Так, что тут у нас? Ага, едем, едем. Так, в трафик не влетели. Так. Ага. Так вот. Сейчас. Ага, все, выиграли. Так. Ага, все нормально. Чё ещё тут у нас? Ага. Дрифтинг. Дрифтинг можно, в принципе, на Лансере тоже отдрифтовать. Он тоже так нифигово тут валит боком, кстати. Угу. Что-то нам про дрифт говорят на английском языке. Так, ну что, графика, конечно, бога, я уже говорил. И буду говорить, что в PS2 версии самая топ. А здесь что-то отделили, я смотрю, PS2 версию и ПК демо.
отделили графикой, отделили небом. Да вообще жесть. Что-то ее слишком порезали, я смотрю. В качестве. Это создавалось в качестве. Чтобы посмотреть, что будет в игре, короче. Сейчас мы дрифтим, короче, наваливаем тут конкретно. Так, ага, да-да, все вроде нормально наваливается. Так, ага. Опа. Все, нормально. Дрифтинг. Ничем, кстати, не отличается от этого, от полного дрифтинга. А вот PS2-шный дрифтинг, он чем-то он отличается другим худом, по-моему, что ли. Бонус. Спид вот этого нету. Я что-то язык прикусил пока что. Пока говорил. Вот, язык, сука, прикусил. Ладно, пофигу. Так, ага, пока что на втором месте. Сейчас вырвемся на первое. Так, угу. Так, блин. Блин, профукал очки. А, еще раз профукал очки. Найс, дрифтинг, найс. Так. Ага. Блин, дрифтинг, конечно, не подрифтуешь. В полной версии я там так надрифтовал, что мало не покажется. Я 20 этих кругов настраивал. Так. Ну все, что теперь? Хоба. Все. Приехали. Приехали, короче. Так. Ну что, смотрим дальше, что будет. Сейчас будет гонка по каньону, стопудово. Дуэль на каньон. Кстати, почему-то называется дуэль со скорпионами, хотя это не скорпионы, там Кензу сейчас будет. Кензу. Вот, кстати, вот в PS2 версии вот такой вот заставки нет. Заставки нет вот такой. Да. Что-то он там что-то нам сказал, но мы не слышали. Я звук в игре убавил, то потому что музыка будет перебивать меня. Так, вот, на нахрен. И все, мы делаем Кензу как щенка. Как щенка. Разве это Evolution просто эволюционирует? Просто эволюционирует, короче, конкретно. You win. Все, победа. Победа наша. Ну все. Все, вот это вот такое вот короткое издание, можно сказать. ПК-демо. PS2 демо все то же самое было. Вот эта карта, типа карты, да, карта. Ну вот, все, можно сказать. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.